Ну, друзья мои, мне сегодня будет помогать Михаил Будин. Мы с ним не первый раз вместе показываем эту программу. И я очень рад, что он сегодня смог прийти. Значит, друзья мои, действительно, 14 декабря, по-настоящему это 20, сейчас бы было 27-е, да? Стили у нас разные. Но есть даты особенные. Ну, скажем, мы отмечаем День лицея 19 октября, а это же тоже старый стиль. Вот эти даты, они как-то не зависят ни от каких стилей. Я сегодня ни в коем случае не собираюсь вам читать лекцию. Боже упаси! Все, что вы здесь услышите, это эмоциональный отклик на эти вот события. Именно эмоциональный. Я начал писать эту программу в далеком 83-м году. Смотрите, сколько лет уже прошло, да? И уже думаю, что хватит, может быть, уже нет. Каждый год меня приглашают, значит, люди интересуются. Особая тема, декабристы. Особая тема. Ну, скажем, я так скажу, мало кого сейчас волнует события на Куликовом поле. То есть оно, конечно, волнует, естественно, историю надо знать, но вот такое живое, очень острое ощущение, я никогда не забуду, как я пел в одном месте эту программу, и сидел передо мной мужчина, лысоватый такой, у него лысина побагровела, и он мне начал кричать: «Они царя хотели убить!» Я говорю: «Ну так ведь не убили же!» А ведь сколько не хотели, но убили. Это сложный вопрос, очень сложный. Когда-то декабристы считались, безусловно, героями. Потом, сейчас они считаются почти наоборот. Это все не важно. Для меня они люди, которым я сочувствую, сострадаю. Особенно это получилось тогда, когда я в первый раз поехал в Сибирь. А в Сибири я с тех пор раз был около 30. Так что я проехал ее всю. Вот от Нерчинска до Туринска, или от Туринска до Нерчинска, как хотите. Вот, так что сегодня я буду вспоминать их, петь песни, немножечко рассказывать. Вот, а вы слушайте. Началось все в далеком 83-м году, когда вдруг написалась такая песня. Ностальгия не по месту, а по времени, тяжким бременем, тяжким бременем навалилась на меня тоскою жгучею. Ох и мучая, ох и мучая. Петербург мой, острова, острова, санки резвые летят, эх, поди, а под кивером гудит голова, и от ветра так прохладно в груди. Ах, чего бы я не дал, чтоб в час непрощенный на Сенатской бы стыть мне площади, чтобы в Нерчинске встречать рассветы мглистые, верить истово в братство чистое. Петербург мой, острова, острова, дороги черные летят, эх, поди, стынет бритая моя голова, шпаги сломаны тесно в груди.
успели мы ко времени, не без роду мы, не без племени. Пусть таким, как мы сегодня, делать нечего, но не вечер еще, нет, не вечер еще. Петербург мой, острова, острова, речки черные, отлетевшая нить. Жизнь, конечно, и сегодня права, только как ее без чести прожить? Открываю я глаза за окном, небо дымным разгорелось костром. Красной датой календарь на стене о сегодняшнем напомнит мне дне. Давайте потом. Вы знаете, есть такой замечательный ленинградский писатель Яков Гордин, у него есть чудесная книжка, которая называется «Мятеж реформаторов». Если кто-то хочет составить себе представление о самом восстании, о подготовке, о проведении, о неудачах, надо читать эту книжку. Там все очень хорошо написано. Я хочу сказать только одно. Если бы дело ограничилось восстанием только, то этой программы бы не было. Потому что она не об этом. Она об их судьбах, о Сибири, о сломанных жизнях. Вот. А что касается восстания, это все-таки две песни. Вот первая, написанная в 83-м году. Что же вы прямо на площадь, молодые князья, не проще вам прожить бы нельзя, или не сытно вам елось, или не сладко пилось, что вам так захотелось жизнь пустить под откос, что вам так захотелось жизнь пустить под откос. В рудники покатуя, да в Читинский острог вас за правду святую царь упрячет и Бог, но в груди вашей тлеет нет слов уголек, кто рабами владеет, от раба недалек, кто рабами владеет, от раба недалек. Тащутся годы, а могли бы сверкать степи вашей свободы. Не дано нам понять подвиг ваш не осилить. Наших дней пустотой он горит над Россией непонятной звездой. Он горит над Россией непонятной звездой. Что ж вы прямо на площади? Прошло почти 10 лет, и в 90... В каком году у нас путч был? Я что-то... В 93-м. Да, в 93-м году, как раз перед этим делом мы сидели... 93-й, я имею в виду, да. Значит, мы сидели у нашей замечательной Александры Анатольевны Лучшевой, потомицы декабриста Ботенькова, вместе с декабристоведкой Натальей Осмаковой. И она сказала мне: «Миша, вот есть такая дурацкая песня про корнета Оболенского, который должен одеть ордена. Не может быть орденов у корнета. Если у него есть орден, он уже не корнет. Написали бы вы песню про Евгения Петровича Оболенского, у начальника штаба декабристов. Человека
странной судьбы, который однажды убил человека. Он вышел на дуэль вместо своего племянника молодого, 17-летнего, против заядлого бритера. Он вышел за него защитить мальчика и убил этого бритера. И всю жизнь мучился от этого. Его успокаивали, говорили, ну что, это все-таки дуэль, это же не убийство, убийство, говорил он. И когда началось восстание, его сделали начальником штаба, когда уже все было проиграно. И единственное, что хотел сделать Оболенский, это каким-то образом уменьшить эти потери. И потом на каторге. Это была подушка, в которую все нуждающиеся могли поплакаться. Это был чудный человек, настоящий христианин. После уже ссылки он женился там на крестьянке. Она, собственно, была нянькой детей Пущина Ивана Ивановича. И друзья очень скептически к этому отнеслись, начали посмеиваться. Тогда милейший и кроткий Оболенский вызвал всех друзей и сказал: «Друзья мои, вот что нашлось в интернете». Извините, если это было. Вот. Он говорит: «Если я хоть слово услышу о своей жене, какое-то не такое, вы мне больше не друзья». И друзья замолчали. Просто замолчали. Вот такой это был человек. Князь Евгений Петрович застыла горе на снегу, и вот-вот запоют злой картечи несытые птицы. Это пушки друзья зарядили навстречу врагу, и, не веря себе, целят ваши прекрасные лица. Но страшнее, чем кровь и чужая безвинная смерть, то противное Богу глухое противостояние. Раскололась страна, и теперь никому не суметь ни забыть, ни стереть это грозное, горькое знание. Князь Евгений Петрович вам часто в сибирской дали, тот декабрьский день мучил неразрешимым вопросом. Ни одни кандалы совесть тоже не знает износа. За друзей и врагов нерасчетливо сердце болит. За отчизну свою вам не страшно судьбой отвечать. Вы любили страну, для которой на площади стыли, а эпоху, увы, бесполезно судить и прощать. Как нельзя изменить гордой чести старинных фамилий. Так вставайте же, князь, поднимайтесь с усталых колен. На земле и на небе давно вам грехи отпустили. Оболенских на помощь зовет, задыхаясь, Россия. И привычно в них целит слепая картечь перемен. И привычно в них целит слепая картечь перемен. Суд над декабристами был чуть ли не первым в России заказным судом. Их надо было осудить. Никого не интересовали их истинные цели, просто. Главное их преступление было покушение на жизнь царя. Кто-то готовил покушение, кто-то знал, но не донес, кто-то знал о тех, кто знал, но не донес, и так далее, и так далее. Чем дальше, тем меньше разряд. Казнь была составлена, Николай тут проявил свою немецкую сущность педантичную, была расписана до последнего параграфа, и когда
Настал день казни, Николай из Петербурга уехал. Колокольный звон печальный заглушает звон кандальный, непривычный гром батальный, полуденной пушки гром, равели нервы куртины, безотрадные картины не справляет именины, хмурый ангел под крестом дал героям-командирам царь казенные квартиры, хорошо горят мундиры, дым относит за него. Милосерднее издевки, плох палач, коль нет сноровки, обрываются веревки, сердце падает в траву. Ты немытая Россия, в твоем небе бледно-синем не твои висят мессии, не за совесть, а за страх. Равнодушно и пугливо, что ж ты прячешь взгляд стыдливый, что ж твой ангел сиротливый горько плачет в небесах. Когда восстание потерпело поражение, и восставшие были рассеяны, и в столице начались аресты, спустя некоторое время вспыхнуло восстание на юге. О, там было много людей, желающих помочь, но никто, ни один человек не помог восставшему Черниговскому полку, когда он вышел. Вышел, собственно, случайно. Арестовали командира полка. Солдаты его очень любили. Они пошли его освобождать и убили при этом двух жандармов. Выхода не было, полк вышел. Вышел, прошел по степям Молдавии, и в деревне Трилесы был расстрелян войсками генерала Рота. Если при восстании на Сенатской площади очень долго не могли начать решиться на артиллерийский обстрел, то не было зарядов, то не хотелось стрелять в своих, но, короче говоря, в конце концов пушки заговорили. То здесь пушки договорились сразу. Среди восставших был поручик Сухинов, такой энергичный человек, ну, прообраз, я думаю, так вот, что-то похожего от Чапаева в нем было. Он всех торопил, всех старался подбодрить, старался, чтобы движение не останавливалось, но когда пушки заговорили, он сумел на своей хорошей лошади убежать. Добежал до Одессы, там жила сестра, переоделся, взял новую лошадь и поехал, это уже был январь месяц, и поехал на лошади к границе. Граница проходила тогда по реке Прут. Он подъехал к границе, постоял, подумал и поворотил назад. Поехал сдаваться. Он не мог один быть свободным. Друзья-то уже были все под следствием. Он должен был отвечать. Поручик Сухинов, ну что же вы, право, граница налево, зачем вы направо? Ищейки царя вас догнать не успели, так что же вы медлите в шаге от цели? Так что же вы застыли в смертельной печали? За прутом свобода сияет,
решайтесь поручик, покуда не поздно, пока вас не продали солнце и звезды. Лед прочен и вас не обманет река, но братьев терзает царева рука. Но павшие спят у проклятых трелец под тяжким присмотром недобрых небес. И краска стыда заливает лицо вам, и найдено точное страшное слово. То слово горит в воспаленном мозгу, предательство на душу взять не могу. Довольно сомнений, пора ставить точку, позорно свободой владеть в одиночку. Поручик Сухинов, ну что же вы, право? А дальше было все очень просто. Он был не дворянин, поэтому его отправили в Сибирь с уголовниками в этапе пешком в Сибирь. И когда он, наконец, добрался до места, до Нерчинска, его расковали, обогрели, дали еду, и он решил бежать, потому что теперь уже можно, теперь уже все осуждены, все уже здесь. Но не просто бежать. Сухинов захотел поднять восстание и уйти с декабристами в Китай. Он, конечно, не понимал, что никто бы за ним не пошел, да и не в этом дело. Одному это сделать сложно. Он доверился уголовнику, алкоголику, дал ему денег, тот деньги пропил и все разболтал. Сухинова арестовали, и какой-то доброход сказал ему, что его ждет виселица. Потом генерал Лепарский очень возмущался. Что же, я вешатель, что ли? Расстреляли бы, конечно. Но он, не желая позорной смерти, повесился в камере. Вот такая вот история. И таких историй будет несколько. Александр Адоевский. Сердцу горе суждено, сердце надвое не делится, разрывается оно, разрывается оно. Дальний путь пред нею стелится, дальний путь пред нею стелится. Но зачем степную даль свет душа стремится взорами, ждет и там ее печаль, ждет и там ее печаль. За тюремными затворами, за тюремными затворами, с другом Люба и в тюрьме в думу мыслит краснодевица. Свет он мне в могильной тьме, свет он мне в могильной тьме. Встань и неси меня, метелица, встань, неси меня, метелица. Вообще, мы, знаете, так иногда с юмором говорим по поводу жен декабристов. Я тебе не жена декабриста, это любимое высказывание многих. Дело в том, что из 90 почти человек, сосланных в каторгу, жены были у немногих, совсем у немногих. Было не больше 9 человек. И еще несколько имел невест. Николай I, который, вообще-то говоря, единственный был монарх, который не был виноват в восстании декабристов. Если Александр I говорил, я все знаю, не мне их судить, и он понимал, что о чем он говорит. Это невыполненные
обещания, невыполненные ожидания, то к Николаю Первому у декабристов не было никаких претензий. Ну да, ну был корпусной командир, жесткий довольно, дисциплину любил, не любили его в гвардии, ну и все. Он сам был поставлен в жуткие условия этим восстанием. То есть родня буквально, как бы сейчас сказали, подставила его с этим восстанием. Но, тем не менее, он был человеком злопамятным, весьма злопамятным. И у него была папочка зелененького цвета, куда он заносил все сведения о декабристах, все. Кто, у кого, что делается, кто к нему может поехать. Это, короче говоря, он следил за ними. И получить разрешение надо было лично у него. То есть он, вообще говоря, будучи царем, нарушил собственные же законы. Потому что в царской России, в 18-м, по крайней мере, веке, жена каторжанина могла поехать за ним. Без ущемления в правах. Что придумал Николай? Значит, женщина, которая едет к мужу, становится в правах такая же каторжанка, как и муж. Дети, рожденные там, в Сибири, лишаются всех прав дворянства. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому поехать к мужу, это был, в общем, подвиг. Это был подвиг. Некоторым он не разрешал, некоторым не разрешили сами мужья, так как Якушкин, скажем, Якушкин не разрешил своей жене ехать к нему. И она зачахла от тоски просто. Вот, в общем, это страшная трагедия, на самом деле. Судьбы ломались, семьи разрушались. Александрина Муравьева принадлежала клану Муравьевых-Чернышовых. Их было 7 человек, пострадавших в восстании. Практически почти все мужчины. И она была чудная женщина. И сохранились ее портреты 25-летней. Она приехала в Сибирь, молодая, цветущая, и ее же портреты через 3 года. Это страшно посмотреть, что за эти 3 года Сибирь сделала с ней. Она оставила 3 детей у бабушки. Конечно, они оставили их не на улице, вот. Но родители эти дети так и не увидели. Сначала умер сын, потом умерла средняя дочка, старшая дочка сошла с ума. Александрина Муравьева заболела воспалением легких. Уже она все время бегала из... Они построили Дамскую улицу. Сначала в Чите, потом в Петровске. И бегали все время в казематы. То носили еду, то... Ну, в общем, короче говоря, некогда было особенно за собой следить. И очень многие простужались и умирали. Она вот, в частности, умерла от воспаления легких. Но незадолго перед этим она заказала художнику портреты детей. Портреты шли туда 3 месяца. Ну, Сибирь же. Вот. И когда они пришли, она поставила их перед собой, поплакала, потом собрала, завязала их в узелок и отвезла, отнесла к мужу, в каземат. Когда она умирала, Никите разрешили сидеть с ней. И она, чувствуя, что умирает, это было ночью, она не хотела будить дочку, которая там уже родилась, и попросила принести ее куклу. Когда ей принесли куклу, она прижала ее к груди и умерла. Хоронили ее все декабристы, все. Спите, дети, не видать на этом свете вам ни мать и ни отца. От родимого крыльца
светлый ангел вас приметит к нам, за ручку приведет. Снегом след ваш занесет, чистым и чистым, белым и белым ельвам голосом. Смелым песню ясную спою. Спите, дети, спите, спите, нас с отцом вы не вините, а Богу ведомы пути. Не сверну сойти, спи, сыночек, спите, дочки, сердце рвется на кусочки, Боже праведный, прости. Вы знаете, друзья мои, я, конечно, за прогресс. Естественно, кто же может быть против прогресса? Но мне жалко, что мы перестали писать друг другу письма. Вот ручечкой, на бумажке. Жалко ужасно. Потому что что от нас останется? СМСки? А вот у меня был друг, к сожалению, его сейчас уже нет в живых, Марк Захаров. Ой, Марк Сергеев, простите. Иркутский поэт, один из руководителей издания «Полярная звезда». Я помню, как мы однажды с моей приятельницей Идой Фейерштейн, из Читинского, режиссером Читинского телевидения, приехали к нему, чтобы он стал у нас научным консультантом фильма. Я снял несколько фильмов в качестве вот сценариста и ведущего о декабристах. И Ида все волновалась, а вдруг Марк будет ревновать? Это же его тема, ну как это так? Он нас, когда он услышал нашу просьбу, он стал нам вываливать огромное количество разных материалов. И все, вот это еще посмотрите, вот, а вот это, а, и, ну это было просто сказка какая-то. И однажды я получил от него письмо, как всегда аккуратненько отрезал краешек, оттуда выпал листочек со стихами, вот эти стихи. По злой тайге, по рекам синим, через пространство и года. Куда вы едете, княгиня? Куда спешите вы, куда? Отец остался у порога, рыдая в снег, упала мать. Зачем, зачем, побойтесь Бога, себя у милых отнимать? Нет, вы подумайте о сыне, о том, что будет с ним, о том, куда вы едете, княгиня, не пожалеете потом. На реках лед замерзли топи, снега все дали замели. Это нерчинские копи промерзли в глубине земли. Для скольких тысяч пуль в глубинах лежит свинцовая руда? Куда вы едете, княгиня? Куда спешите вы? Куда пусть вам во след летит?
Хватит участия, пусть вы останетесь в веках. Но слишком призрачное счастье гнить в забайкальских рудниках. По злой тайге, по рекам синим, через пространство и года. Куда вы едете, княгиня? Куда спешите вы? Куда? Друзья мои, что мы, если мы сделаем 10-минутный маленький перерыв? Не возражаете? Вот диски лежат, вот чай. Давайте отдохнем немножко. Замечательно. Есть такой замечательный городок, все на Северном Урале называется Туринск. Там аж целых 10 тысяч населения. А, да, извините. Я всем говорю, что 80 лет это не страшно, а на самом деле страшновато. Вот. Есть такой маленький городок Туринск. В нем 10 тысяч населения и огромное предприятие было, спичечная фабрика. Ну, когда рассыпался Союз, как вы понимаете, спичечной фабрики пришел кирдык. А в город Туринск нас позвала судьба декабриста Ивашева и его, Василия Ивашева, и его жены Камиллы Ивашевой. Это была удивительная история вообще. Ивашев был сын генерала. И когда мальчик был поменьше, у него была француженка-гувернантка, у которой была дочка. Вот. И она влюбилась в Ивашева. Ну, вы же понимаете, генерал и дочь гувернантки, она держала все про себя. И вдруг радость, его посадили в тюрьму. То есть, все уже, никакой он не генеральский сын, а вообще он зловредный государственный преступник. И она бросилась в ноги матушке и призналась, что она любит его, не может. Не любит, любит она, и она хочет к нему ехать. Матушка пошла к генералу. Она сказала, что Базиль был из тех, разные же были люди, декабристы, все были разные. Он такой изнеженный мальчик. И очень тяжело переносил вот каторгу, очень тяжело. Хотел покончить с собой, и когда уже, значит, он хотел покончить с собой, его вызвал к себе генерал Липарский и говорит: ну что ты, к тебе невеста едет. Какая невеста? Он говорит: ну вот, батюшка пишет, едет невеста. Ну, он начал ждать, вдруг действительно приезжает невеста. Как писал один из декабристов, был такой очень ехидный человек, Иринар Завалишин. Он писал, что молодые даже не узнали друг друга. Вот. Но это не помешало созданию крепкой семьи. И даже, как полагается у мужчин, Ивашев тут же сел с ногами на шею своей жены. Вот. Она была очень деятельная, рожала ему кучу детей. И когда кончилась каторга,
его вместе с ней отослали в Туринск. Туринск и сейчас, не бог знает что, тогда было еще хуже. Он начал строить дом, а она заболела и умерла. Приехала потом теща, забрала детей, и в год, в день ее смерти он пошел в храм, заказал, значит, заказал панихиду по ней, пришел домой и умер. Это вот такая. И на кладбище Туринска есть очень скромная могила, где похоронен Базиль, где похоронена его жена, и рядом очень трогательно могила крестьянской девочки, которую тоже назвали Камиллой. Вот тут несколько слов, я отвлекусь от песен. Дело в том, что вы понимаете, какая штука. Вот сибиряки, почему у нас ни в Москве, ни в Питере толком нет музея декабристов? И никогда не будет, заметьте. Был музей декабристов. Но он был, и вот именно что был, это ключевое слово. Не будет, потому что это никому не надо. Сибиряки относятся к этому совершенно иначе. Я приезжаю в город Елуторовск или Елуторовск, тащу с собой, значит, тяжелый чемодан, приехал уже поздно, меня встречает, и бабушка из музея ведет меня пешком в гостиницу. Вы знаете, по какой улице вы идете? Вы идете по улице Декабристов. А вы знаете, вот здесь школа была, ее Якушкин создал эту школу для крестьянских девочек. Моя прабабка здесь училась, и это на каждом шагу. Декабристы для сибиряков люди, ну, почти святые. Вот. Это вот именно так. Ну и по поводу Камиллы, мне мой приятель, есть у меня Венечка Поляков, замечательный человек, капитан первого ранга в отставке, он занимается составлением родословных всяких. И он мне все это рассказывает. Я пишу песню в вагоне прямо. И когда я приехал и увидел это кладбище, я написал: Камилла, 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 в снегах твое сердце застыло, и парки склонились с печалью над мерзлой землей за Уралья. И за последней чертой душа не находит покоя, все плачет она, все хлопочет, с любимым расстаться не хочет, и светок летит серебристая пыль. Мой бедный Базиль, мой бедный Базиль, и сколько бы лет не промчалось, душа не пристанет к причалу, летит она легкой ладьей над времени черной рекой. Светок летит серебристая пыль, а мой бедный Базиль, а мой бедный Базиль. Эти слова «мой бедный Базиль» она произносила во время своей болезни и когда умирала, потому что она прекрасно понимала, что мужу без нее будет очень плохо. И вот представьте себе, в самые трудные годы, в начале 90-х, когда все было в полном раздрае, три девочки 25-летних в Туринске решили воссоздать дом Ивашевых, сделать там музей декабристов. А мы были с моими друзьями в Тобольске, и вот мы из Тобольска поехали в Туринск. Это была ночь, холод, мороз, мы немножко заблудились, но у нас было два морских офицера, и мы по звездам все-таки как-то приехали на место, и вдруг нас никто не встречает. И какие-то тени бегают, оказывается, у девчонок прорвало отопление. И они бегают в ватниках, пытаются там что-то наладить. Ну, наши мужики, конечно, подключились. Вот. И все благополучно закончилось. Мы сели пить чай. А музей только молодой, совсем молодой. И мало было экспонатов. А я решил погулять по нему. И вот зала
овальная. И на меня смотрит портрет, который освещается пистолетом, смотрит на меня, и я вижу эти бирюзовые глаза потрясающие. Я потом эти же глаза, это был портрет Камиллы, я потом эти же глаза увидел у ее праправнучки. Точно такие же, вот совершенно одинаковые. Ну и пришлось. Мне с каждым годом все дороже сияние ваших милых глаз. Я не достоин вас, но все же какая радость видеть вас. Я не достоин вас, но все же какая радость видеть вас. И знать, что в этом мире тлен, среди всеобщей суеты, мне не избавиться от плена спокойной вашей красоты. Мне не избавиться от плена спокойной вашей красоты. Что как бы ни старалось время стереть любимые черты, его безжалостное бремя слабее вашей чистоты. Его безжалостное бремя слабее вашей чистоты. Мне с каждым годом все дороже сияние ваших милых глаз. Я не достоин вас, но все же какая радость видеть вас. Я не достоин вас, но все же какое счастье видеть вас. Что нет оркестра, пустяки и право, жениху с невестой, слава, слава. Главное, что вместе, пусть в тюремной келье, жениху с невестой, слава и веселье. Пусть поземка злится, заметая годы, ангелы слетели к нам с небес высоки. И в свечах венчальных, и в глазах счастливых нам мазурки дальние слышатся разливы. Как бы ни бесилась вся царева стража, полусилы и танцуем даже пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Это мазурка в кандалах. Собственно говоря, с нее бы надо было начинать этот пассаж о женщинах. Но случилось так, как случилось. Надо сказать, что действительно, вы понимаете, ведь вот декабристы попали в Сибирь. Поначалу их встречали отвратительно. И нашлось много людей, которые, ну как же, в баре, и вдруг они в кандалах. Над ними издевались, издевалась всякая шушера. Потом приехал генерал Лепарский, и все встало на свои места. Он говорил декабристам: «Я же такой же, как вы, здесь сижу, заключенный, никуда уехать не могу. Я поставлен сюда для того, чтобы смягчить ваше положение». И он как мог это положение смягчал. Вот они сначала были в Чите. В Чите острог оказался маленький. И решили выбрать место другое. И выбрали Петровск-Забайкальский. Они шли пешком от Читы до Петровска-Забайкальского. Там, если не ошибаюсь, около 400 километров. Но генерал Лепарский был подслеповат. И когда он проводил рекогносцировку с горы в Петровске, он увидел одно ровное
зеленое место. Не знал бедный старичок, что именно в этом зеленом месте единственное в округе болото. И поставил острог на это самое болото. Потом, когда острог был построен, выяснилось, что там забыли прорубить окна в камерах. И свет проходил только из коридора. Они же читали, занимались, свет был нужен. Подняли бучу жены. А у Лепарского было такое прозвище. Генерал Нет его называли. То есть они что-то говорили, он говорит, нет, а потом все делал. Вот. И окна прорубил. И помогал с перепиской, потому что его письма не подвергались цензуре. В общем, замечательный был человек. Вот эта песня стала у нас на некоторое время гимном общества нашего наследия декабристов. Задиры, дуэлянты, от трубки дым колечко, в коляске дилетанта, оставьте мне местечко, летят быстрее жизни. Счастливые года, возлюбленной отчизне послужим, господа, возлюбленной отчизне послужим, господа. Она у нас такая, какую заслужили, хлопочет Тарвалдая над грязью и над пылью, а небо голубое, мундиров голубей, на сыновей везло ей, и редко на царей, на сыновей везло ей, и редко на царей. Задиры дуэлянты, легко ли спать на печке, в коляске дилетанта, ни места, ни местечка, а вечная дорога в спасенье нам дана. Не вымолишь у Бога другие времена, не вымолишь у Бога другие времена. Поверженное знамя и лик судьбы печали, и вороны над нами три раза прокричали. Неужто нету жизни за гранью роковой, любезная отчизна, что станется с тобой? Любезная отчизна, что станется с тобой? И в нашей истории была железная маска. Звали эту железную маску Гаврил Степанович Ботинков, подполковник инженерных войск, который просидел в одиночке Петропавловской крепости 21 год, 6 месяцев и 18 дней. Когда уже не было в живых Бенкендорфа, граф Орлов решился доложить о нем императору, что он сидел без фамилии. Вообще его как бы не было. Когда он сказал ему: «Ваше Величество, а вот Гаврил Степанович Ботинков, а он что, разве не сошел с ума?» – сказал Николай Добрый. И его отправили в Сибирь. Но Сибирь для него была родным домом, а вообще был из Тобольска. Он принадлежал к большой семье, был 13-м ребенком в семье. Его даже запекали в хлеб, когда он родился. Был такой способ выхаживания недоношенных детей. Не удивляйтесь. Вот. Но он выжил, окончил, поступил в дворянский полк. Это было такое годичное учебное заведение в царской России. И как раз попал подпоручиком на войну 12-го года. Был там ранен, плен пережил, убежал из плена. Поступил и закончил в институт инженеров
путей сообщения. Это было очень сложно, надо было 13 экзаменов сдавать. Он сдал и поехал строить мосты в Сибирь. Он строил мосты в Тобольске, строил в Томске. Короче говоря, и в Сибири он встретился с попавшим тогда в опалу Спиранским, который взял его к себе, заметив в молодом человеке таланты. И он был единственный из всех декабристов, который хоть что-то понимал в реальном управлении. То есть он был такой вот человек, дельный очень. Даже когда-то, как-то он работал на полставки у Спиранского и на полставки у Аракчеева. Аракчеев очень просил его к себе, и Спиранский ему уступил. Дело в том, что нам об этом, конечно, говорить сегодня много-то нельзя. Дело в том, что декабристы ведь встретили переприсягу в полной растерянности. Когда они узнали, что императором будет Константин после смерти Александра II, они распустили все общества. И все разъехались. И никого не было ни в Питере, ни в Москве. И начали по сусекам скрести, искать людей. Но это им обошлось очень тяжело потом. Потому что нашли людей, которые не прошли школу преддекабристских обществ. И, в общем, они были непослушными и очень своевольными. И вот это одна из причин того, что восстание так бесславно провалилось, даже не начавшись. И Гавриил Степанович был виновен только в одном. Что он написал, помог написать манифест декабристам. И когда восстание было разгромлено, Батенкова арестовали. И вот что тут произошло? Дело в том, что Николай не доверял Спиранскому. А этот был очень близко, ему знаком, даже дружен. И мне кажется, что его держали как заложника. Но уже и Спиранский умер. Уже все умерли, кому надо. А он все сидел и сидел в своей одиночке. Единственное, что он делал, у него была Библия на четырех языках. Он переводил с языка на язык. Написал поэму «Одичалый», разучился говорить. Вот. В общем, короче говоря, когда его... В Сибири его очень хорошо приняли, но он очень долго не мог никак научиться с людьми общаться. Он мычал, не говорил ничего. Вот. Ну, это все кончилось. И вот... Я сейчас вам спою эту песенку. Это его стихи. Утром уеду отсюда, ждут меня новых скитаний дороги. Это судьба или причуда? Помыкаться по свету вечной тревоги, тихую пристань минуту. Ночь одинокая, ночь неживая, то буду укладывать вещи, не торопясь, кормоча и зевая, словно старик 300-летний. Берег провижу далекий, с близкими встречу желанную вскоре. Канула в омут глубокий, лет прожитых перезрелое горе. Что ж мне так грустно, не знаю. Утром уеду отсюда. В Калуге есть маленький дом, одноэтажный, в котором находится его музей. Благодаря стараниям замечательной женщины Александры Анатольевны Лучшевой, моего большого друга, сейчас бы, если бы она была жива, ей бы было 110 лет, она выросла в этом доме и положила массу усилий, чтобы там был музей. Я в этом даже музее однажды ночевал. У меня был там концерт, и
Директриса так смущенно говорит: «Михаил Анатольевич, у нас гостиница, и ничего не получается. Вы не переночуете здесь?» Я говорю: «А как же?» Вдруг я встречусь ночью с Григорием Степановичем. Вот. Ну, не встретился, но все равно было здорово. Вот. Так вот, перед этим домом, бок о бок к нему стоит большой дом, четырехэтажный. И из окон этого дома было видно, как в этом домике маленьком, во-первых, никогда не занавешивались занавески. И он ходил четыре шага туда, четыре шага сюда. Часами он так ходил. Часами. Вот такая вот история. Песенка посвящена военному министру Чернышову. Он был просто Чернышов, не граф. Но когда осудили графов Чернышовых, он подумал, что он тоже имеет на что-то право, и претендовал на их долю. Николай даже сказал: «Ну как не стыдно», и присвоил ему графа, что он тоже был графом, но он так ничего и не получил. Там был майорат, то есть по старшинству передавались всякие. Он пытался. И вот эту песню, которую я написал сейчас, я пел в Чите в тот самый день, когда наши славные войска ушли, то есть вошли в Грозный. Пуля дура или нет, только время даст ответ, оно, как видно, не за вас. Все те, кто не добит судьбой, господи, каторгой или петлей, отправляйтесь прямо на Кавказ. Ура, ура! Да здравствует Россия! Чужих племен заботливая мать, вперед, вперед, полков святая рать. Ушли мы на верц в неосиль, вы смутьяны, подлецы, беспокойные юнцы, вам ли в руки власть бунтовать? Чем ловить себе ребло, будет лучше, видит Бог, жизнь свою за родину отдать. Ура, ура! Да здравствует Россия! Чужих племен заботливая мать, вперед, вперед, полков святая рать. Ушли мы на верц в неосиль, а кому удастся все ж ни под пулю, ни под нож, тот, наверное, хорошо поймет. Царь хоть плох, но он отец, так давайте ж наконец жить как все, а не наоборот. Папа-папа, папа-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 
пам, пара-па-па-па-пам, парам-бара-па-пам, бара-па-пам. Воно, нет. А вновь мелькают лица в сером сумеречном свете, растворяясь в пелене петербургского тумана. Жизнь полна самообмана, только смерть ясна вполне. Те, кто мог бы стать друзьями, стали злейшими врагами. Бог безумцев сохрани, свято место не пустеет, здесь иное племя зреет, сердцем хладным, как гранит. Кто до скипетра коснулся, а в одиночестве очнулся, всяк кругом дурак или плут. Все замешано на крови, праведен или виновен, только Божий знает суд. Черный снег летит, кружится от Сибири до столиц. Вся империя во сне, и за все одна награда. Голубая склянка я с избавлением на дне. И не все ли равно, какая ждет нас кара роковая? Я петля или шрапнель,
Марцель на поле боя всех укроет с головой серым саваном шинель. Не излиться вьюга, нам ли осуждать друг друга и кичиться правотой. И защитники, и судьи в тонкостенном сём сосуде нитью связаны одной. Дай-дай-да, дай-дай-да. Это я сейчас вам спел романс императора Николая. Вот. Как мне казалось, он мог бы спеть. Вы знаете о том, что существует предположение, причем довольно такие основательные, что он после вторжения в Евпаторию французского десанта покончил с собой. Вот, не знаю уж, но я думаю, что наши бы, наверное, не покончили. Для этого, наверное, все-таки нужно какое-то чувство чести и определенное мужество. Вот. Город Елуторовск или Елуторовск, его и так называют, он находится в 80 километрах от Тюмени, маленький городок, сейчас совершенно потерявший свою индивидуальность, потому что там везде евроремонты, евро, всякие магазины. В общем, такое ощущение, что... А когда-то это были три деревянные улицы с замечательными домами. И мы с Венечкой даже умудрились однажды заблудиться там. Вот. Три улицы всего, вот мы найти, куда нам выйти. Эта песня, которую я сейчас спою, стала гимном Елуторовска. Потом взревновал Петров-Забайкальский, но они стали петь то же самое, только вместо Елуторовска они поют наш городок одноэтажный. Елуторовск одноэтажный, неторопливый деревянный, на крышах снег и полок млечный, два знака вечных красоты. И видит Бог совсем неважно, зачем он мчит нас окаян. Век ненасытный, бессердечный, от пустоты до пустоты. И только здесь, под небом льдистым, застыло бешеное время, и на ресницах влагой чистой свернула светлая слеза. И в строгом свете звезд лучистых непонимание сбросил бремя, летят к нам души декабристы и смотрят пристально в глаза. А мы глядим на них не смело и прячем взгляд свой сиротливый туда, где снег ложится белый на залитейские поля, где не избыв духовной жажды осматривает сон счастливый наш городок одноэтажный и дышит памятью тебя. Еще одна мазурка посвящена Ивану Ивановичу Пущину. О, друг мой Пущин, видит Бог, в Елуторовск душа стремится, там круг наш дружеский теснится, поет за свечкой сверчок. И свечи яркие горят, надежды полнятся бокалы, и остановка лишь за малым, за милосердие царя. И вот все допито вино, счастливый разметал на службу, и только писем рой летучий соединяет нас одно. А мы развеяны судьбой, но наши души молодые, как наши головы седые, полны свободы и чужие среди людей.
родных пенат чужие дети. Все меньше нас на свете, и все короче путь земной. Да, не всяк открыт для нас порог. И жаль взгляды нас косые, но в нас опять болит Россия, и эта боль стучит в висок. Парам-па-пам, 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 парам-па-пам. Но в нас опять болит Россия, и эта боль стучит в висок. Антон Дельвик, когда о декабристах полагалось не разговаривать, не упоминать, и Петербург вообще весь замер в 26-м году, боялись вообще слова произнести, Дельвик приходит 19 октября, знаете, что это за дата, к своим друзьям и читает им такие стихи. Снова други, братцы, нас собрал отец похмелья. Подымите кубки вдруг чести, дружбы и веселья. Но на время омрачим мы веселье наше, братья, чтобы дух друзей не зрим и не жмем. Нет их с нами, но сейчас в их сердцах пылает пламя. Верь внятен им нас глаз, он проникнет твердый камень. Выпьем, други, в память их, выпьем полные стаканы. Будем нынче вдвое пьяны за далеких, за родных. Вот такой. Когда Кюхельбекер, когда Пушкин узнал, что Кюхельбекера должны посадить в тюрьму, он добился свидания с ним и сказал: Виля, тебя могут спасти только стихи. И Кюхельбекер, который сидел не 20 лет, а всего лишь 10, в разных одиночках, писал, писал, писал стихи, замечательные стихи, поэмы Ксении и Юрии. Вот мы все привыкли, что он, со слов Грибоедова, что он писал сложные, трудные стихи, а он писал самые простые. Ну, допустим, «Рассердился медведь да на пахаря, говорит мужичок, пойду к знахарю. Ой, ли здравствуешь ты, знахарь, дедушка, присоветуй, совет мне, соседушка. Ой, медвежье, боюсь Лёву зычного, зверь не съел бы меня, горемычного». Вот такие, например, стихи. Как Пушкин попросил сестру Устину Карловну, чтобы Вильгельм прислал ему свою лирику. Вильгельм надулся, сидя в крепости, и сказал: «Так и быть, Саше можно, но больше никому, потому что я не хочу, чтобы моя поэзия предстала перед читателями в шлафроке, то есть в домашнем халате». Но лирика его достала. Все-таки. Он заболел, у него был туберкулез глазных нервов, он почти ослеп. И вот бродил по Тобольску, сын Миша его водил, и он пишет такие стихи. Мне нужно забвение, нужна тишина. Я в волны нырну без пробудного сна. Вы порванные арфы, мятежные звуки. Умолкните думы и чувства, и муки. Мне нужно забвение, нужна тишина. До чаши житейской желчи полна, но выпил же я эту чашу до дна. И вот опьянелой больной головою клонюсь и клоню
тоскую. Мне нужно забвенье, нужна тишина. Узнал я изгнание, узнал я тюрьму, узнал слепоты предрассветную тьму. И совести грозны узнал укоризны, и жаль и невольницы милой отчизны. Мне нужно забвенье, нужна тишина. Был такой замечательный декабрист Петр Свистунов, замечательный виолончелист. Он преподавал французский язык, когда уже жил в Калуге, в женской гимназии, играл на виолончели. Вот ему посвящена эта песня. Уж сколько тягостных недель, в круг каземата воет вьюга. Давай, мой друг, утешим музыкой друг друга. Давай, мой друг, виолончель, пространство звуками сминая, перепоем с собой метель, судьбу свою перекроем. Едва мерцает наша цель, а мы томимся в норах душины. Играй, играй, виолончель, смычку понес искусному послушно. Пусть грянут в небо два крыла твоих диезов и бемолей, в царство долгожданной воли твоя нас музыка вела. Рядом спят в земле сырой и тюремщик, и герой, светлый ангел, улыбаясь, им кивает головой. А история людей, история страны, невозможные страны, параллели, поражение или успех, подвиг или смертный грех, все давно позаметали в метели. Поражение или успех, подвиг или смертный грех, все давно позаметали. Под уклон несется зимник, все на запад и на запад, и горит, горит над ними негасимая лампада, и в глухой ночи не тает ее тихое мерцание. От прощения и прощания нам оно напоминает. Рядом спят в земле сырой и тюремщик, и герой, только ангел все хлопочет, охраняет их покой. Эта песня посвящена одновременно и генералу Липарскому, и Александрине Муравьевой, которые лежат, в общем-то, рядом на одном кладбище. Был еще один декабрист, который остался один в этих стенах. Когда все разъехались, остался там Иван Иванович Горбачевский из Общества Объединенных Советов. Он был большой, крупный мужчина, сильный, затевал разные дела, но ничего не получалось, потому что он готов был отдать последний рубль, если его просили, а ему долги не возвращали. И, в общем, он прогорел с одним делом, с другим делом. И когда почувствовал приближение смерти, отлил себе на чугунном заводе крест, и на своем горбу этот крест вынес на самую вершину этого холма,
кладбищенского. Потом, когда у нас собирали металлолом, этот крест попытались было забрать, но не смогли, только чуть погнули. Так он и стоит. Над Петровским заводом повисла луна, звезды смотрятся в светлые воды. Ты спил свою горькую чашу до дна, свет души твоей светит сквозь годы. Ты остался один, разлетелись друзья, опустили постылые стены. Но себе изменить и на воле нельзя, все имеет нездешние цены. И стоит твой чугунный, чуть погнутый крест, возвышаясь над здешние круги. Гудят поезда, и зов разводит окрест эту песню под наигрышу в юге. Над Петровским заводом повисла луна, звезды спят в ожидании чуда. Ты испил свою горькую чашу до дна, мы свою не испили покуда. И вот мы пришли плавно последним трем песням, а в Сибири холода, холода. За друзьями ходит смерть по пятам. Только стоит ли жалеть, господа, что полжизни мы оставили там? Петр десницу над Невою растер и присягу в нас вбивает кортеть. Но свободы воздух сух и остер, как себя нам от него уберечь? Выбор сделан, и пути нет назад. Метнулись души выше крестов. Посмотри же нам, Россия, в глаза. Полюбуйся на любимых сынов. Им любимым не лавровый венок, не оркестров многотрубная медь. Им любимым да покрепче остров, да погромче кандалами греметь. Только стоит ли об этом тужить? Быть нам первыми судьбой суждено. Не обидою нам сердце сушить, и если волею кровоточит оно, только б знать, что все не зря, все не зря. Так не жаль и 30 тяжких лет. Занимается над лесом заря. Санный путь бежит со солнцем во след. И вот забвением грозя, уж пробил наш последний час. Не забывайте нас, друзья, друзья, не осуждайте нас. Ведь если виноваты мы, то Бог свидетель только в том, что захотели средь зимы впустить весну в наш отчий дом. Нам так хотелось, чтобы он себя стыдиться перестал, чтоб рабство сгинуло, как сон,
И встала честь на пьедестал, и то желание в груди сильнее билось и больней. И мы, не разобрав пути, пустили вскачь своих коней. Увы, немногие из нас в той скачке уцелеть смогли. Веревка, каторга, Кавказ сметали нас с лица земли. Не осуждайте нас за то, что рано вспыхнула свеча, что не раскаялся никто пред хмурым взглядом палача. И вот забвением грозя уж пробил наш последний час. Не осуждайте нас, друзья. Друзья, не забывайте нас. И, наконец, я думаю о вас, мои друзья. Пусть вас давно уж нет на белом свете. За вашу боль я до сих пор в ответе. Я думаю о вас, мои друзья. Я думаю о вас, мои друзья. Нас разделяют годы и пространство, но не забыть вас не предать нельзя. Беспамятство страшнее окаянства. Я думаю о вас, мои друзья. Я думаю о вас, мои друзья. Толпа бывает неразумно зла, и кто-то брыжет в яд вас из мести, но никакая черная кула не может посрамить в чести. Я думаю о вас, мои друзья. Не зря тайга зарею пламенеет. Мы будем и спокойней, и добрее. На злобу злобой отвечать нельзя. Я думаю о вас, мои друзья. Интересный вечер, для меня самого интересный. Это, да, он называется «Любовь не только». Он будет посвящен лирике, и там будет масса песен, которых я вообще никогда не пою. А во сколько? В 6 часов. Ну, конечно, полно. Вы понимаете, друзья мои, когда у тебя примерно, как мне сказала моя жена, а мне нет оснований не верить, вот, когда у меня 500 песен, а в ходу где-то 100-150. Поэтому, конечно, есть песни, которые редко поются. Ну вот, если есть вопросы, давайте, я готов на них ответить. А если без вопросов, то я хочу вам сказать. А вот эта песня, вот финальная, я думаю, у вас, мои друзья, сколько ей примерно ее возраста? Ну, она написана, я последнюю песню в этом цикле написал в 2003 году. Дело в том, что я продолжаю ездить в Сибирь, вот, и это все продолжается. Так что, ну, последняя песня была в 2003 году написана. Собственно говоря, когда только ленивый не плевал в сторону декабристов, это становится модным. Вот.
Мы очень хотим, чтобы они были такие же, как мы. Понимаете, они лучше нас. Вот, вот в чем все дело. И, собственно говоря, они отвечают за свое, а мы отвечаем за свое. И нельзя выводить прямое. Я хочу вам сказать, что если говорить по существу, по самому главному, то крепостное право висело на царизме тяжелой гири. Оно царям было никогда не нужно. Потому что у царей были государственные крестьяне, они прекрасно обходились без крепостного права. И они боялись отменять крепостное право, боялись получить оппозицию мощную. И декабристы впервые показали, что не так это все страшно, что и дворяне тоже. И особенно они показали это даже не во время восстания, а в 61-м году, когда большинство из них выживших принимали участие непосредственно в комитетах по отмене крепостного права. Собственно говоря, вот и все дело, понимаете? Им было стыдно, они были люди, понимаете, они знали, что такое честь. Может быть, чересчур, может быть, иногда это нам кажется глупым, вот, но они знали, что это такое. Они знали, что цель далеко не всегда оправдывает средства. Поэтому они не позвали себе на помощь чернь, которая могла там разбить винные погреба и напиться пьяной, и там все сделать. Да, 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 они, конечно, глупые с точки зрения политики. Ну, конечно, что это такое? Что это вообще такое? Но они были такими, какие они были. Вот. И я хочу вам сказать, что общаясь много лет с потомками декабристов, а я общаюсь с ними с 83-го года, я вижу среди них огромное количество чудных, чистых, порядочных людей. Скромных очень. Они прожили свою жизнь советскими инженерами, простыми там врачами. Они никогда не кичились и сейчас не кичатся своим дворянским происхождением. Этого нет. Им чужды всякие дворянские собрания и прочие дела. Им их не надо. Так что вот, вот. Я живу с этой программой больше 30 лет. И когда-нибудь закончу, конечно. Так что... А вот отдельного сборника именно вот этих песен вы не планируете? Да? Дело в том, что есть, вон они лежат, там все это есть. А, нет, отпечатанного вида только... Ну, если сказать по правде, да, есть у меня такая идея, дописана уже эта проза. Может, и там все стихи тоже эти есть. Есть, да. Ну, понимаете, хороша ложка к обеду. Хороша ложка к обеду. Так что вот, спасибо вам. Thank you.